Ну, следующий, в следующий раз на твой день рождения мы сделаем тогда в боулинге тоже. Макси там. Я хочу также заплести, как у Каролины было, вот так вот в ряд, вот эти вот. Все, а самое главное уже... закончила. Нет, еще чуть-чуть. Эй. Доброе утро. Давай, вставай. Уже Ксюшка встала, постель заправила. Давай, вставай. Всем привет, ребята. Ксюшка уже встала. Доброе утро. Кушай, кушай, давай. Выходить скоро. У вас еще 15 минут. Успеешь. Выспалась такая, говорит. Я когда разбудила, говорит, мам, я выспалась. И лежала еще минут 15, как не могла встать. Я выспалась, но я не хотела вставать. Ксюшка как торпеда встает. Ее разбуди, она встала. Маргарита наоборот. Ты что, с собой в школу берешь? Зачем ты замотала белым? Ты сегодня пойдешь учиться? А кто тебя научит? Нужно просто учиться. Каролиночка уже встала. Кудряшка. Че, без рюкзаков, что ли, пойдете? Подожди, Каролина. Забыли, главное. Собрались в школу. Без рюкзака. Просто все придешь, приходишь в школу без рюкзака. Пока. Что ты будешь рисовать? А где еще другие фломастеры? А что ты будешь такими только рисовать? Я красиво. Молодец. Макс еще спит. Что обычно Макс первый встает. Сегодня Каролина первая проснулась. Выспалась. Да? Ты выспалась? Ты кто тут у нас проснулся? Доброе утро. Доброе утро. Сразу с машинкой играть. Машинку покажи. Это кто у нас сегодня больше всех спит? Макс? Первый раз такое. Обычно самый первый встает. Сегодня решил поспать подольше. Приятного аппетита! Вкусно? Кушай, сейчас вылится. Так, сегодня у нас будет пюрешка и сосиски. Сейчас уже девочки придут. Мы будем обедать. Сегодня они в обед в школу не идут. Так что будут свободны целый день. Ты что, не с ней, что ли? Ты не с ней пришла? Хватит рисовать на руках. У нас будут продавать молоко. Это вредно. Ну, не продавать, а просто раздавать. Здесь тоже есть конкурс. Вот здесь вот. И здесь можно получить миску. Карточки, мисочку в кино. Боулинг. А, это в следующую субботу? А, да. Тогда без проблем папа тебя отвезет. 17 число, это будет суббота, так что папа, без проблем. Нет, ну, я думаю, что нет. Привет.
Тебя тоже пригласили? Линда. Тебе еще и попкорн дали? Ich lade dich zu meiner Party. Я точно к ней пойду, потому что она всегда идет к тебе. Вечеринки? Да. Это у нее была уже один раз? А, это фотка на холодильнике была, это с ней, да? Это Маргарита. Ну, в следующий раз на твой день рождения мы сделаем тогда в боулинге тоже. Хорошо? А я хочу... Следующее твое день рождения. Я тоже в боулинг. Тоже в боулинг? Тоже здесь. Как всех соберешь на улицу, с ума сойти можно. Готова? Пойдем. Открывай дверь. Все, водичку взяли? Пойдем мы погуляем немножко, пока хорошая погодка. Давай посмотрим. Только осторожно, подальше все от нее отойдите, подальше. А, Ксюша, Рита, отойди. Я не умею. Ну, Каша, научись. Ты прям на пол делаешь, а ты должна в бок вот так вот делать. Это я пол делал, да, да. Ты ее должна по горизонтали делать. Сейчас заматывается он. Чего наматывается? Потому что его так нужно чуть-чуть вниз наклонять палочку. Не прямо, да, вот так. Вау! А зачем это делают, Маргарита? Зачем это делают в Швейцарии? У нас был Хэллоуин, да? Да. И... Чтобы типа отгонять плохих легенда, духов, да? Типа легенда говорит, что чтобы распугивать злые духи, чтобы они опять обратно... Да, ребята, в общем, вот этим... как она называется? Хайзе. Да, на русском не знаю, как она называется. Но, в общем, да, они отпугивают этим шумом, когда она хлестает вот так вот сильно, то отпугивают злых духов. У нас же был Хэллоуин недавно. Осторожно, Макси там. Вот нужно эту штучку брать, здесь так открыть. О. А, потом это, в нее. Это туда засунуть и еще что-то. Вот так вот засунуть, потом здесь вот еще открыть. Потом это вот сюда вот опять засунуть. Нет, нужно вот здесь открыть. Такая смешная. О, один раз у тебя получается, ты потом идешь куда-то не туда. Не на пол. Осторожно, осторожно. Куда пошла? Ты только пришла. Опять щелкать? Давай. Осторожно только. Когда щелкаешь, вот так глазки закрываешь, чтобы оно тебе в глаза не попало. Не, серьезно тебе покажи, говорю, Маргарита, папе, это опасно. Папе, видео. Папе покажу видео, покажу. Папа кушает. Папа, хочешь кушать? Мам, давай косички. Косички? А если я не успею заплести сегодня? Сейчас мы посмотрим, что она там делает. С мальчиком еще с каким-то. А, это с другом она. Машина проехала. Что-то не получается у нее. Ну что, ребят, начинаю плести косички Ксюши. Три штучки уже заплела. Я хочу также заплести, как у Каролины было, вот так вот в ряд. Вот эти вот. Все, а самое главное уже... закончила. Нет, еще чуть-чуть. Вот с этим я немножечко долго заплетаю. Маргарита кушает, сидит. Потом будут девочки вас просить в школе, чтобы я заплела. Как с ногтями. Помнишь, когда челлендж вы делали с длинными ногтями?
Потом Маргарите отстригли ногти и оставили приклеенные. И две подружки увидели, сказали, мы тоже хотим. В общем, пришли ко мне, и я делала им ногти. Сейчас, наверное, и с косичками также потом скажут, можно, мама твоя заплетет нам. Так что записывайтесь ко мне, буду заплетать косички, кому надо. Записывайтесь на прием. Торчит, вот она, коротенькая у тебя уже. Нет, пускай отрастет, с ума сошла. Она так и будет тогда торчать, если ты будешь обстригать все время. Сейчас мы покушаем мороженое и пойдем к Ксюше на улицу. Да, потому что она хочет попробовать вот эту вот веревочку, она светится в темноте, да, такого зеленого цвета. Она заряжается. Она заряжается. Оставь ее заряжаться. Мы пойдем. И пойдем посмотрим. Да, вот так вот поближе к свету. Что ты ударила? По лицу? Все, я пошла, вы здесь оставайтесь. Холодно, я замерзла. Ты позвонила? А твои зубы светятся в темноте. Да ты что? Ага. У тебя глаза. Как ты, нормально? Пучок такой прикольный. Смотри, косички какие. Тебе расплели, а Ксюше заплели. А ты кудряшка. Ребят, смотрите, как Максус. Он играл с машинкой. И уснул на полу. Бедненький, устал сегодня, видимо. Мы очень долго на улице гуляли, что он так сильно устал. Да, потому что у нее волосы такие. Все, закончила я. Как я устала. Посмотри, это здесь темная, темная, светлая. Ужас. Короче, получилось 33 косички. За 3 часа. Все, я полежать хочу. Я устала, у меня спина болит. Вот так вот. Когда есть дочки, еще и не одна. Хорошо, хоть Маргарита не просит пока косички. Привет, мой золотой, ты проснулся? Иди сюда, мой мальчик. Ты проснулся? Подремал чуть-чуть? Подремал чуть-чуть, зайчик? А сколько времени вообще? 8 часов. Получается, я с 5 часов смотри. И до 8, 3 часа, ну, с перерывом. Ich bin verrückt nach Mutti, er
фармама, худи, инту ома, па-па-па. Анджеле, анджеле, уфасе, анджеле, анджеле, уфасе, са, са. Са-са-са-са, пихи паки секси пум. Чего? За ерунда. Слушай, давай. Пока. Спокойной ночи. Все, пошла я укладывать малышей. Всем пока. Пока-пока. Что? Что, подожди? А, забыла включить. Сам будешь чистить? Ну-ка, давай. Чисть сам. И не язык чисть, а зубы. И повыше поднимай, а то будут капать. Быстро, быстро, пижамку. Рюкзачок тут. Давай быстрей. Все, на бочок. Все, спокойной ночи. Папи! Что? Кровито. Ты уже пил водичку? Я нет. Спать. И ты тоже не балуйся. Все? Спокойной ночи. Все, пока, ребятки. Мати. Все. Пока-пока, скажи. Пока. Пока-пока. Пока. Пока. Мати, как иди?